Добрый день, уважаемые коллеги! Ну, сегодня наше очередное мероприятие, как видите, в онлайн-режиме, естественно, но оно крайне актуальное по своей тематике, поскольку, поскольку, естественно, сегодня очень широко обсуждается проблема ожирения, сахарного диабета, и тут обратите внимание, с, непосредственно, значит, с микробиотой кишечника. Вот сегодня мы рассмотрим все эти три состояния – ожирение, сахарный диабет – Микробиота кишечника, естественно, не обойтись в данной ситуации без неалкогольной жировой болезни печени, поэтому обычно мы затронем и это, и вот трудно себе представить сахарный диабет, особенно второго типа, без инсулинорезистентности. Дорогие коллеги! Во-первых, конечно же, однозначно мы с вами уже понимаем, что ожирение это не косметическая проблема. Ожирение это серьезное хроническое заболевание, которое характеризуется избыточным отложением жира по всему телу. И мы посмотрим, что значит по всему телу. Но перед этим я вам хочу ответить, отметить тот шокирующий факт, что в мире всего-то казалось 7... И три десятых миллиарда жителей проживает. Ну вычтите вы отсюда новорожденных детей. Вот скажем, в постнатальном периоде этих детей, в раннем детстве, например, вы понимаете, что вы тут же отсечете половину от количества в мире жителей, и у вас останется где-то 3 миллиарда. Разве это не шокирующе, что около 2 миллиардов взрослых людей в мире имеют ожирение или избыточную массу тела. Мы сегодня уже переступили, как говорится, порог 2021 года года. А что ожидает нас через четыре года? Опять шокирующие факты. От ожирения будут страдать 40% мужчин и половина женщин в мире. Понимаете, 50%. А ведь последствия ожирения, они действительно очень серьезные. Вы только обратите внимание на этом слайде и вы читаете. Ну, я как эндокринолог, естественно, в первую очередь ваше внимание акцентирую на сахарный диабет. Понимаете, на сахарный диабет. Но с другой стороны, вы найдите мне пациента с сахарным диабетом с нормальным артериальным давлением их просто единицы а вы здесь видите значит это тесная связь диабета и артериальной гипертензии но в то же время и тесная связь сахарного диабета и дислепидемии понимаете но если опять же мы дальше пойдем разве не такая же тесная связь между сахарным диабетом и панкреатитом или например злокачественными опухолями Разве ишемическая болезнь сердца и коагулопатия – это не тесная связь? Почему мы сегодня говорим о континууме вот таком, ожирении, диабета, например, с дислипидемиями, то есть с метаболическими нарушениями? Это действительно проблема. Вы знаете, что если смертность пациентов с сахарным диабетом, который является последствием ожирения или избыточной массы тела, сегодня занимает первое место, в мире ежегодно умирает 5 миллионов человек от сахарного диабета. А то, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что диабет представляет собой не меньшую угрозу для жизни, чем СПИД. А вы посмотрите. Здесь ошибка, что значит не меньшую угрозу. От спиду умирает в год полтора миллиона, а от диабета пять миллионов, значит большую угрозу. Вот вам, пожалуйста. А если я вам скажу, что рак сегодня у больных с сахарным диабетом второго типа более часто стает, стал встречаться, чем инфаркт миокарда, вот вам, пожалуйста. То есть мы видим, что даже здесь я не сумел втиснуть все другие. Патологические состояния и заболевания, которые являются последствием ожирения. Я их просто выделил, как говорится, не в полной мере. И тогда возникает вопрос, сахарный диабет при ожирении. Ну можно же, например, есть же масса антидиабетических препаратов. Ну назначаем, как бы достигаем целевых показателей и так далее, продлеваем жизнь этих людей. Вы обратите внимание, например, знаменитое американское исследование вот этой компании, которую вы сейчас видите, правильно? Вот смотрите, вот я вам здесь демонстрирую. Что мы видим, что дает это серьезнейшее исследование вот этой организации, которая десятилетиями наблюдает за этими пациентами. И говорит, оказывается, если цель у диабетика врачом поставлена лишь одна достичь гликированный гемоглобин целевого показателя, например, меньше 7% вы видите, то обратите внимание, с конца 20-го столетия и по 2010 год наблюдения за ними всего лишь половина пациентов достигли этого показателя, 55%. Но ведь сахарный диабет – это многофакторное заболевание, друзья. И поэтому надо и многофакторный подход – не только на углеводный обмен, на гликированный гемоглобин, но и на гемодинамику, артериальное давление, но и на эту дислепидемию. И как только мы там, вот в Америке сказали, надо вам не только гликированный меньше 7%, но и артериальное давление, чтобы систолическое и диастолическое были в пределах меньше 130 и 80 миллиметров тутного столба. Но и посмотрите, липопротеины низкой плотности должны быть до 2,6. Вот в этом отношении, как только уже тройка, всего лишь 25% достигли этих целей. Ну а когда сказали, что, послушайте, ожирение лежит в основе всех этих состояний, или по и дислепидемии, и гипертонии, и сахарного диабета, как же так? Надо и индекс массы тела тогда поставить, как говорится, вместе с этими тремя. И вы посмотрите, что произошло. Рухнул процент пациентов, достигающих этих целевых показателей. А всего-то никто не говорит, что восстановите нормальный индекс массы тела. Говорят, из ожирения переходите в избыточную массу тела. То есть снижайте индекс массы тела меньше 30 килограммов на квадратный метр. И что получилось? 8 процентов. И это в США. Вы что думаете? Если мы экстраполировали бы эти данные на нашу российскую действительность, я думаю, что у нас ситуация не лучше, согласитесь со мной. Вы знаете, вот, например, японское исследование похожее, это ретроспективно они рассматривали по картам амбулаторным, стационарным, вы посмотрите, около 5000 пациентов с диабетом второго типа, и вы видите, да, вот у них, например, они говорят А, Б, Д, там, например, да, вот все эти показатели, а что это значит А, Б, Д? А это значит гликированный гемоглобин до 7%, Б, например, там, я не знаю, э, или до 8%, Б, например, это систолическое давление снижение, артериада диастолическое, липопротеины низкой. Половины. Вот вам, пожалуйста, и что вы видите? Не будем тратить время. Вы обратите внимание на исходе, на начало, значит, на старте, на исходе, что они добились. Кое-каких показателей 40% населения достигло. посмотрите. ЛПНП, например, скажем, и так далее, да, как плохо и лечи э, в этом отношении: 40%. Меньше 60% обратите внимание, это частота достижения диастолического давления, до 80% и так далее. То есть, все равно это осталось серьезнейшей проблемой в современном обществе. В диабетологии, скажу так. Но это и не только диабетология, вы видели, это масштабная терапия. В этой системе. Вы потом посмотрите: в чем дело, почему мы такое место придали ожирению. Да, потому что оказалось, что абдоминальное ожирение маркер инсулинорезистентности сантиметровая лента. Посмотрите, у женщины больше 80 сантиметров окружность стали, у мужчины больше 94 сантиметра окружность стали. И мы говорим, у вас абдоминальное ожирение, у вас инсулинорезистентность. Почему? Потому что висцеральный жир, висцеральный жир, в отличие от подкожного жира, он, конечно, метаболически более активный. Он сразу имеет доступ, посмотрите, во-первых, метаболически активный и постоянно на гора дает свободные жирные кислоты. Вот эти свободные жирные кислоты наводняют печень, потому что висцеральный жир связан с прямиком с портальной системой. Печень и вы посмотрите, они откладываются в печени, возникает стеатоз в печени, и уже клетки не только даже в печени, ну, а в первую очередь именно в печени зарождается инсулинорезистентность, то есть чувствительность рецепторов на гепатоцитах к инсулину резко снижается. А ведь что делает инсулин? Он же сахароснижающий гормон, связавшись с этими рецепторами, он снижает вот эту гепатическую продукцию глюкозы, которая формирует гипергликемию, особенно ночью, под утро, соответственно вот вам, пожалуйста. И это действительно серьезное нарушение. А ведь я вам скажу, что помимо абдоминального накопления жира, да, вот этого висцерального, я вам скажу, что у лиц с ожирением еще и есть эктопическое накопление. И куда, например, эпикардиальный жир. Вы представляете непосредственную, а то и миокардиальный. Вас это не споражает? Это вот вам и пожалуйста, почему, так, почему абдоминальное ожирение и инсулинорезистентность – дополнительный фактор вот этого эктопического накопления жира, соприкасаемый непосредственно с миокардом, и вот сердечно-сосудистые нарушения, которые возникают. Да, есть данные, ну здесь в данном случае западных коллег в семнадцатом году совсем недавно Петерсен, а у нас есть такой академик Ивашкин, а есть еще, это гастроэнтерологи, да, а есть еще академик вот такой Маев, скажем, и так далее. Они уже, кстати, и до семнадцатого года заявляли о том, что... Печень является тем первичным органом, где формируется инсулинорезистентность, а дальше отсюда, как лучи буквально, передается во все остальные ткани вот эта резистентность. А благодаря чему резистентность возникла? Липиды, вот эти свободные жирные кислоты, триглицериды, понимаете, накопились внутри гепатоцитов. Вот в чем дело. И, естественно, это привело к резистентности и нарушению регуляции метаболизма глюкозы. Вы понимаете, печень является одним из важнейших органов, принимающих участие в гомеостазе глюкозы. Понимаете? В гомеостазе. Это ведущий орган в этом плане. И поэтому три глицериды, которые внутри гепатоцитов накапливаются, они уже инсулинорезистентность формируют, а с другой стороны – Неалкогольная жировая болезнь печени вам хорошо известная, понимаете? Тех или иных стадий, о которых чуть позже я вам скажу. Причем, предиктором печеночной инсулинорезистентности именно считают вот это накопление триглицеридов внутри гепатоцитов, понимаете? Это очень важно. И уменьшение этих три глицерида внутри гепатоцитов действительно восстанавливает чувствительность гепатоцитов к инсулину. Уже даже многие говорят о том, что этот показатель больше, как говорится, предиктор инсулинорезистентности, чем, например, даже э, вот так называемый индекс массы тела. А что индекс массы тела? А представьте себе Шварценеггера в молодости, гора мышц, как говорится, и так далее, тощая масса. У него, как говорится, складка на животе такая же, как складка на лбу. И вот его бы за ширмой, например, там взвесили, рост и вес вам сказали, и вы индекс массы определили, вы бы сказали, выведите из-под ширмы этого человека, у него ожирение, а он выходит, это гора мышц, вот вам, пожалуйста. Поэтому еще есть и понятие оценки, определения процента жира в организме. Понимаете? А еще есть, как говорится, изучение фиброэластометрия, например, состояние печени. Понимаете? Пожалуйста, фиброскан. Сегодня это применяется. Не надо обязательно пунктировать, скажем, эту печень и так далее. Ну хорошо, ультразвуковое исследование печени. Ну вот посмотрите, АЛТ, АСТ, они и что, просто так повышаются? Нет. Нет. Это действительно возникает вот такое ожирение печени. Вы обратите внимание, какой процент пациентов с ожирением имеет не то, что простой стеатоз, а уже гепатит. Не алкогольный стеатогепатит. То есть уже мы подчеркиваем то, что процесс воспаления. Вот, пожалуйста, коллеги, обратите внимание, вот на этот, например, слева, значит, рисунок. И вы видите, вот такое, я не знаю, как это назвать, цвет, например, голубой, синий или фиолетовый. И вот обратите внимание, вот это общая популяция, да? И вы обратите внимание, это нормальное состояние, скажем. Но вот посмотрите на красную часть, вот это, вот этот, этот часть. Это простой стеатоз, который в русском правильнее мы бы сказали, что это инфильтрация есть печеночной ткани жиром, жировая инфильтрация. А вот желтого цвета, это в общей популяции, вы вот видите, да, это неалкогольная жировая болезнь печени, и рядом бледно вот такая голубенькая полоска, это неалкогольная жировая болезнь печени, но уже с фиброзом. А теперь посмотрите при ожирении. Вы что видите? Коллеги, желтого цвета? Вы посмотрите, вот этот процент уже с неалкогольной жировой болезнью печени. А вот вы посмотрите, вот это светло-серовато-голубоватое, ну это уже так что-то, а это уже вы видите с фиброзом. Это шокирующий факт, коллеги. А вы посмотрите на красную часть, это стеатоз. И что норма? Осталось при ожирении единицы тогда с нормой. Вот вам, пожалуйста, неалкогольный не стеатогепатит и неалкогольный стеатогепатит, например, с фиброзом. Коллеги, если я вам дам определение неалкогольной жировой болезни печени, это широкое понятие, правильно? Поэтому мы можем однозначно говорить, что сюда входит спектр состояний от простого стеатоза, то есть этой инфильтрации, ну хотя бы 5 и более процентов гепатоцитов, да, до жировой инфильтрации. Или, например, уже сопровождается воспалением, а то и дегенерацией этих гепатоцитов, понимаете? А что это такое? Это цитолиз гепатоцитов, понимаете? Вот в чем дело. Не алкогольный, мы говорим, стеатогепатит. И, наконец, конечно, конечная стадия фиброз. Из фиброза цироз. Хотя фиброз еще можно сказать, что своевременно определяемый, можно сказать, что обратимый процесс. Ну, вот так: фиброз, цироз и так далее. В этом отношении это люди, которые в принципе не алкоголики. Посмотрите, количество принятого алкоголя это очень мизерные и полезные дозы. А вот сильная связь неалкогольной жировой болезни печени с ожирением, инсулинорезистентностью, диабетом второго типа, эпидемии и так далее. Они все это говорит о том, что, извините, метаболический синдром печеночными проявлениями, правильно? И, и, и печень здесь играет в развитии метаболического синдрома колоссальную роль. А где метаболизируются вообще поступившие в организм наши продукты, лекарства, например, бады, витамин в печени? Вот и все. Вы посмотрите, риск смерти у пациентов в связи с этим, с неалкогольной жировой болезнью печени, по сравнению с популяцией без. Вы посмотрите, насколько увеличено, например, по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Риск, пожалуйста. Вот этой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с НАШ на 60% повыше. Риск гепатоцеллюлярной карциномы на 87%. Риск цирроза, вот смерть от цирроза печени. Не нашли донорскую печень. Вы посмотрите, на 76% в этом плане. Поэтому нас волнует эта патология, поэтому проводят эпидемиологические исследования в разных странах мира. Наша страна в этом плане не отстает. И, конечно, раз эпидемиология, если мы и смотрим, то эпидемия неалкогольной жировой болезни печени, кстати, мы можем смело сказать, что это эпидемия неинфекционной болезни. Разная. Например, до 20-30-35% взрослого населения. Ну, это что такое? Это каждый третий, например, или там пятый и так далее. В нашей стране, давайте мы сюда посмотрим, разве это не шокирующе? Вы посмотрите, в 2007 году 27%, это каждый четвертый, 7 лет прошло. Вы посмотрите, в 2014 году на 10% прирост. В чем дело? И уже, и уже неалкогольная жировая болезнь печени в нашей стране среди заболеваний печени занимает первое место. Первое место. Вы обратите внимание на этот процент. В чем дело? Ну, во-первых, конечно, все задаются этим вопросом. Ну, э, я вам скажу так: что же случилось? Если за какие-то 10 лет, 7 лет вот такой прирост идет, а давайте назад пойдем и вдруг увидим, что на каком-то этапе, кстати, не в Средние века, а где-то в, э, в, 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 в ну, наших прадедов и дедов. Единицы были. Чем отличается? Ведь они же, это было, ну, начало 20 века. Ну, до середины 20 века. Потом вдруг так растет. И посмотрите, за 7 лет с 2007 до 2037 37%. А что происходит? Элементарно. Люди, понимаете, прекратили смыкать челюсти. Я вам клянусь. Вы только вокруг себя посмотрите. На улице жуют. В кафе, в ресторанах переполнено жуют. Дома за кухонным столом жуют. В метро жуют. Это что такое? Вот вам, пожалуйста, это одна из элементов. Это второй момент еще есть. Что жуем? Понимаете? Фастфуд жуем, которого не было во времена наших дедов и прадедов. В современной клинической практике мы выделяем три вот таких основных клинико-морфологические формы неалкогольной жировой болезни печени, о которых я уже, в принципе, мельком вроде бы прошелся. Это стеатоз, это неалкогольный стеатогепатит, гепатит, будем считать, что это без фиброза, без цироза. и, наконец, цирроз печени, третья стадия. Легко запомнить в этом отношении. И вот на первом этапе, когда стеатоз формируется, смотрите, у нас накопились в печени, как я вам уже рассказал, через портальную систему, висцеральный жир. А что такое висцеральный жир? Иногда эти люди, когда вы смотрите сзади, вам кажется, надо же, спортсмен. Спортсмен молодой, такой, плечистый, повернулся боком и вы увидели, какое впечатление, как будто проглотил яйцо дин динозавра. Вот только живот, а все остальное вместе. Ну, это висцеральный жир, висцеральное ожирение, которое сегодня охватило человечество. И все это произошло с после 70-х годов 20-го столетия. До этого этого не было. До этого был Homo sapiens который напоминал то, что создал великое творение свое в лице Давида Микеланджело. А сейчас много вы видите Давидов на улице? А теперь вы видите вот с этими, как говорится, проглотившими ядро, это яйцо динозавра, людьми, женщины, мужчины и так далее, которые получили уже другое название, не Homo sapiens, не человек разумный в переводе, а Homo McDonald's. И это не я придумал, это в литературе широко освещается медицинской. И вот с этим и произошло, что из этого вестерального жира накопление таким образом СШК и триглицеридов печени. Вот почему это произошло? А потому что инсулинорезистентность вызвала вот это накопление триглицеридов. Инсулинорезистентность, глюкоза не может проникнуть в клетку, цикл Крепса должен был произойти, должны были вот эти аккумуляторы энергии, молекулы энергетические, АТФ, вам всем известные в конце цикла Крепса, они недостаточно, вяло течет, а организм хочет дальше сохранить хозяина, жить. И поэтому в ответ на недостаточное поступление глюкозы оборачивается, что а тут же свободные жирные кислоты, это же жиры, мощнейший энергетический субстрат, давай их будем использовать, повышенно в гепатоциты накапливает. Но ведь вы помните со второго курса, Крылатая фраза биохимиков. Жиры говорят в пламени углеводов. А пламя ⁇ это цикл крепса. Они должны вступить в этот цикл. А вялка в пламени нет? И поэтому они становятся источниками, естественно, чего? Свободных радикалов. Понимаете? И вот на этом этапе накопление жирных кислот пока вот и приводит к развитию стеатоза. Ну а дальше то, что я вам сказал. Вот эти свободные жирные кислоты не метаболизируются до конца. Вялый идет цикл Крепса. И это второй удар наступает на печень в развитии неалкогольной жировой болезни уже с гепатита. Почему? Потому что действительно ССК стали источником вот этих реактивных форм кислорода. Перекисный радикал или супероксидный радикал, например, и так далее, и многие другие радикалы. А вы представляете, как они разрушают цитоскелет? Но этот гепатоцит имеет клеточный скелет, губительно влияет на клеточную мембрану. Идет разрушение, распад, цитолиз. Понимаете, вот вам, пожалуйста, идет вот это перекисное окисление. И это гибель клетки, апоптоз гепатоцитов. Апоптоз, ускоренный апоптоз. Понимаете? На фоне этих провоспалительных цитокинов и так далее мы имеем воспаление таким образом. Понимаете? Воспаление. И вы понимаете, на этом фоне особенно провоспалительные цитокины, вот эти и так далее, интерлейкины, интерлейкин-1, интерлейкин-6, факторы некроза опухолей альфа, например и так далее. Понимаете? Хемокины всевозможные. Что они делают? В печени они начинают активировать звездчатые клетки, клетки, которые способны теперь уже вырабатывать, понимаете, экстраклеточный матрикс, то есть внеклеточный матрикс внутри вот этой печени, занимая пространство. То есть фиброз, прямой путь развития фиброза. Понимаешь? Вот эти активации этих звездчатых клеток, понимаете? А механизм фиброза вот то, что я вам сказал. Это активация и пролиферация вот звездчатых клеток и фибробластов. Само название говорит, что будут эти фибробласты вырабатывать. Понимаете? Это будет вести к повреждающему действию на печень. Активация звездчатых клеток, они, кстати, мигрировать начинают, потому что вдруг подвижными становятся. Вот вы, например, здесь. Видите, вот я вам показываю, например, вот звездчатые клетки. Вот они. Вот посмотрите, купферовские клетки, они тоже активируются, и э, матрикс э, вырабатывают внеклеточный, и еще, и представляете, да, мигрируют и тому подобное в этом плане. И вот вам, пожалуйста, э, повышенная продукция вот этих хемокинов, цитокинов, которые фиброзообразующие, трансформирующие факторы роста и так далее, и возникает фиброз печени. Фиброз печени – это динамичный процесс. Это действительно каскад событий, которые возникают на фоне повреждения печеночной ткани. И этот процесс сопровождается мобилизацией клеток воспаления, о которых я вам сказал, фибробласты, например, звездчатые клетки, купферовские клетки. Они вызывают прямую или косвенную активацию всех этих клеток. И, пожалуйста, разрастание вне клеток матрикса печени но кстати если еще годы тому назад и не так давно говорили что фиброз печени боже это уже необратимый процесс то сегодня мы имеем средства о них я попозже которые могут действительно вызвать обратимость этого процесса если конечно, своевременно бороться с патогенетическими механизмами, которые, и даже этиологическими, которые привели к развитию фиброза. Вот этот внеклеточный матрикс при фиброзе, о котором я вот так уже многократно говорю, понимаете, это фактор дальнейшего развития инсулинорезистентности, потому что вообще печеночных нормальных клеток функционирующих вот при таком фиброзе становится очень и очень мало. Мало. А при фиброзе инсулинорезистентность усугубляется. Мы прекрасно знаем, что инсулин связывается со своим рецептором на клеточной мембране. И сигналик он может осуществить в обязательном порядке путем фосфорилирования так называемой э, тирозина, тир тир тирозина, белка тирозина, через тирозинкиназу, киназу, который вот здесь вам представлен и так далее. Вот в чем дело. Ну а тут этого все не происходит. Конечно, формируется эм, э, вот э, на фоне этого экстраклеточного матрикса инсулинорезистентность. Но я вам скажу, что печень не могу сказать, что это царствующий орган, который не связан, как говорится, сам по себе. Вот я. Нет. Оказывается, есть и диктат над печенью, грубо говоря, даже с кишечника. Вы понимаете, ось даже такую сейчас описывают. Кишечник-печень. В чем дело? Как так могло случиться? А потому что вспомнили про забытый, как я говорю, орган, который этот орган внутри кишечника и в частности в толстой кишке преимущественно это микробиота коллеги, микробиота. В зависимости от индивидуума, от полутора до двух с половиной килограммов. Вот это микрофлора, которая формирует микробиом, представляете? И оказывается, вот у таких пациентов с ожирением, в силу, я вам потом покажу, определенных Нежелательных явлений, неправильного питания, доминирования одних не очень полезных микробов над другими очень необходимыми. Мы когда слышим слово микроб, все только одно отрицательное в голове. Я вам скажу: что, коллеги, в этом микробиота нормального здорового человека, вы не представляете, контролирует и углеводный обмен, контролирует и деятельность центральной нервной системы, и кишечного переваривания, и синтеза полезных продуктов, естественно, и так далее. Мы все это увидим. Поэтому не надо с словом микроб и микробиота только отрицательное связывать. Но у пациентов, у которых уже вот в печени такие вещи возникли, да, посмотрите, что происходит. Дело в том, что, эм, например, в толстой кишечнике да, э, колоноциты, вот эти клетки, которые покрывают, вот вы здесь видите, кстати, вот наверху, вот смотрите, эти э, клетки, да, они плотно должны прилежать к друг к другу и никаких микрощелей не сохранять, чтобы ничего токсичного из кишечника не проникло, понимаете, в, в организм и дальше, как говорится, в кровеносную систему, лимфатическую систему и так далее. Они не должны иметь. А тут стрелки показывают. Это что случилось? Смотрите, между ними какие-то щели. Далее. А над ними муциновый слой муцина, который еще в большей степени предполагает защиту таким образом, проникновение. А что здесь мы имеем? Пациенты с заболеваниями печени, которая возникла всего лишь из-за того, что не смыкали челюсти, ели постоянно, пили кока-колу, как говорится, ели фастфуд, естественно, к сладостям имели вот такую, значит, слабость. А вот всевозможные продукты, где есть, скажем, полезная клетчатка, нет этого на столе. И что происходит? Проницаемость кишечной стенки и повреждение муцинного слоя. И тогда продукты ряда кишечных бактерий, такие как липополисахариды, они, конечно, легко проникают через вот это ограждение. Они приводят к стимуляции определенных рецепторов, вы видите, на куптеровских и звездчатых клетках, естественно. Что происходит? Продукция цитокина, провоспалительных цитокинов. Пожалуйста. И естественно, усиливается воспаление в печени и фиброгенез, то есть образование фиброза. Кишечная микрофлора, кишечная микрофлора, я вам сказал, есть и полезные, есть и те соотношения между ними определенные должны быть. Вот, например, фил и вот этих да, микробов. Посмотрите, преимущественно самые большие из них это фирмикуты и бактероиды. Что происходит у пациентов, например, с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом второго типа, когда еще и, и, конечно, вот это НАСК или НАШП и так далее. Смотрите, фермикуты доминируют над бактероидами. Вы видите снижение доли в общем пуле этих бактероидов. А ведь именно в класс вот эта филобактероидов, куда входят розебурия, эубактериум, например, фекалобактериум, например, и так далее, это полезные, потому что они вырабатывают масляную кислоту, бутират в норме, его синтез в организме они должны делать. А вы посмотрите, как раз-то эти бактерии, класс розебурия, эубактериум, фекалобактериум, что вы видите? Снижение доли в общем пуле. Пожалуйста. А что повысились? Лактобацилы, стрептококи, эшкерихия коли, вообще все, все это вот так. Это совсем недавно, в 2015 году, опубликованный в знаменитом диабетискея. А снижение вот этой метаболической активности бутират-продуцирующих бактерий и повышает эту кишечную проницаемость. Разрушается муциновый слой, слизистой таким образом, понимаете, в этом плане. И вот это снижение образования защитного муцинового слоя, кишечная проницаемость. И что произойдет? Эндотоксины понимаете, которые должны были из толстого кишечника с фекалиями выброситься наружу, они начинают всасываться. Эндотоксемия у такого пациента, которая усугубляет эту резистентность, которая приводит к многочисленным патологическим состояниям, которые мы знаем в понятии «метаболический синдром». И что здесь произошло? Почему такая проницаемость повысилась? Потому что масляная кислота, бутират, как говорится, не синтезировалась из-за того, что вы видели, пул этих бактерий был ниже. И вы обратите внимание, почему? И в основе вы видите, что лежит? Избыточное поступление жирной пищи жирной пищи. У нас уже, я удивляюсь, в русском языке понятие «вкусно» и «тает во рту» – знак равенства. Слышу разговор. Слушай, сегодня прихожу, смотрю, прямо недалеко от нашей работы э, итальянский ресторан открылся. Ответ тому, к кому обращаются. Да я уже был там. Слушай, вкусно? Ты не представляешь, тает во рту. Ну, слушайте, что может таять во рту, кроме жира? понимаете, из сахара. Вот они и тают во рту. Это избыточное поступление жирной пищи специально делают в этих ресторанах, потому что насыщаемость даже слабая от них. А вот что бы насыщаемость привело бы раннему? Пищевые волокна. А вы посмотрите, потребление пищевых волокон низко. И тогда... Уменьшается количество разнообразия бутират-продуцирующих бактерий, снижается количество масляной кислоты бутирата. И тогда синтез, например, у этих пациентов энтероэндокринными клетками кишки снижается. А что это за клетки? Коллеги, я вам напоминаю, что желудочно-кишечный тракт относится к диффузной эндокринной системе, и это самая мощная эндокринная система вне классических желез. В желудочно-кишечном тракте вырабатывается более 30 уже верифицированных гормонов. Уж, наверное, у всех у вас на устах эм, секретин, э, например, гастрин, холецистокинин, стимулирующие гормоны, глюкогонподобные пептиды глюкозозависимый инсулинотропный пептид. Да слушайте, это можно бесконечно перечислять мне и так далее. Вот и снижается синтез глюкогом подобного пептида 1, глюкогом подобного пептида 2. А что такое ГПП-1? Инсулинотропный гормон, который стимулирует бета-клетки поджелудочной железы в зависимости от уровня глюкозы в крови и способствует глюкозозависимой секреции инсулина. Ну, уважаемые друзья, вы сами понимаете, что синтез снизился. И что мы говорим? При втором типе сахарного диабета инкретины снижены. Вы же все это знаете. А я, я вам механизм рассказал, как снижается. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. Вот бутират снижен. И вот привело это к этому. Но с другой стороны, гастроэнтеролог сказал бы, образование, как говорится, муцинового слоя, муцина снижается. Это защитный слой, понимаете? Угнетаются энергообеспечения эпителиоцитов кишечника. Кишечная проницаемость повышена. Эндотоксимия, коллеги. Эндотоксимия. И на фоне этой эндотоксимии, когда провоспалительные цитокины доминируют вследствие резкого выброса и просачивание через отсутствующий муциновый слой либо полисахаридов в мышцах возникает и воспаление, и инсулинорезистентность. И мышечная ткань, она же масштабная ткань, не утилизирует глюкозу, инсулинорезистентность, глюкоза в крови повышена. На печень это же приводит к липогенезу, синтезу жира, опять процессы воспаления, стеатоз. И это инсулинорезистентность, а клетки купфера я уже показал, как они активность повышена. В жировой ткани системное воспаление, инфильтрация макрофагами. Вы знаете, я никогда не забуду, вообще меня шокировать очень сложно, да, но года 3-4, наверное, тому назад, в Канаде, очередной конгресс э, Международной федерации диабета, доклад про жировую ткань, про нашп. Я тут же с раннего утра пришел, сел. Я знал, что жировая ткань вырабатывает каждый адипоцит около 100 цитокинов. Это гормоны многие, гормоноподобные действия. Вы же прекрасно знаете, что адипоцит вырабатывает, например, резистин гормон. Вот отсюда и резистентность. Вырабатывает лептин, говорим, основной гормон и так далее. И так. Висфатин вырабатывает. Слушайте, я же не буду сейчас все 100 перечислять. Вы знаете, что докладчик, американский докладчик был, выдающийся ученый и так далее в этой области? Что сегодня, это было 4 года назад. Это 17-й год. Что оказывается, уже доказано, что адипоцит вырабатывает 600 цитокинов. Я был шокирован их невозможно перечислить в течение двух часов, если мы только этому посвятили бы лекцию. И вы знаете, среди этих цитокинов вызывающие в высоком проценте случаев онкологические заболевания, вызывающие поражение миокарда, миокардиодистрофия, сердечную недостаточность, атеросклероз, например, и так далее, сахарный диабет, например. Вы представляете, это бесплодие там, я не знаю, и так далее, эректильную дисфункцию, нарушение менструального цикла, синдром поликистозных... Вот оказывается жировая ткань. А мы удивляемся, почему при ожирении такое количество патологических состояний. И в том числе нарушение пуринового обмена, подагра. Нет, у меня времени все это перечислить, друзья. Вот такая вещь, значит, происходит. Механизм действия масляной кислоты сейчас вас уже, наверное, охватила мысль, что это такое, почему бутират, как это он, такие. Да. Коллеги, вот эти пищевые волокна не должны сходить, понимаете, овощи, фрукты, они не должны сходить со, со, со стола постоянно, потому что их переработка, плюс еще вот этими бутерат-продуцирующими микробами, вот вы здесь видите, вам демонстрирует, да, посмотрите вот слева, посмотрите, и вот вы посмотрите, они продуцируют муцин, перерабатываете эти пищевые волокна. Л-клетки кишечника вырабатывают глюкогом подобный пептид-1. Вы посмотрите, инсулин, э, глюкозозависимая секреция инсулина, таким образом, в этом плане, его механизм действия, конечно, вы видите отсюда, как, соответственно, даже, вот видите, GL, GLP-1, это ГПП-1, например, как снижается таким образом вот этот фиброгенез, понимаете, в этом плане. Это очень важные механизмы механизмы, которые приводят к стеатозу снижению, чувствительность к инсулину повышения, липогенез снижения, снижение процессов воспалительных, увелич... репликация бета-клеток и тем самым увеличение массы бета-клеток, функциональная активность бета-клеток повышается, homo б как говорится, вот это, да, вы обратите внимание, уменьшаются размеры адипоцитов, то есть это гипертрофия адипоцитов, которые есть, оно снижено и, конечно, липолиз наоборот идет, насыщаемость чувства повышается, а чувство голода угнетается и так далее. Вот факторы риска кардиоваскулярного и так далее, все это снижается. И по, на лабораторных данных мы уже видим, при наличии неалкогольной жировой болезни, в частности, уже когда гепатит, мы видим повышение в 2-4 раза трансаминазы, АЛТ, АСТ, с преобладанием активности АЛТ. Вот, пожалуйста, вы посмотрите, обычно есть коэффициент деритиса соотношение аспарагиновой и колониновой трансаминазы и каким он должно быть. Но он возрастает при выраженном фиброзе, друзья. Это, это вот можно соотношение учитывать, это полезно при дифференциальной диагностике алкогольной болезни печени, например, и болезни Вильсона и так далее, правильно? Участие пациента, вы видите, даже э, ГГТП повышает ну где-то в два раза можно изолировано щелочная фосфатаза у третьи пациентов более чем в два раза у каждого пятого умеренное повышение билирубина за счет прямой фракции полтора два раза а когда цирроз печени альбумины снижены протромбиновое время например повышается и поэтому мы можем четко сказать что здесь мы должны остановиться на желчных кислотах в чем дело? Какие факторы и так далее? Ведь эти желчные кислоты печенью продуцируются, правильно? И тут внимание привлекает урсодезоксихолевая кислота. Что это за кислота, как она может влиять? И оказалось, что вот, э, урсодезоксихолевая кислота имеет прямое влияние на чувствительность к инсулину, рецепторов, то есть на инсулинорезистентность. Он оказался урсодезоксихолевая кислота, оказалась ведущим механизмом патогенеза метаболического синдрома неалкогольной жировой болезни печени. Понимаете? В чем дело? Что он делает? делает. Оказывается, у него есть свой собственный рецептор. На подклеточной поверхности, понимаете, рецептор для именно желчных кислот. И вы видите, да, TGR5. Вот когда урсодезоксихолевая кислота связывается со своим рецептором на клеточной мембране, он стимулирует выработку инкретинов L-клетками, помните, ГПП-1, глюкогом подобный пептид-1. Кроме того, он стимулирует выработку глюкозозависимого инсулинотропного пептида. Это, друзья, из себя представляют инсулинотропные гормоны в ответ на прием пищи, ведь они должны повышаться и стимулировать глюкозозависимую секрецию. Вот вам, пожалуйста, оказывается, какой механизм у урса дезоксихолевой кислоты. Он влияет, конечно, и на фарнезоидный X-рецептор. И совсем недавно э, было доказано, это я вам показываю последние данные, буквально года 3-4 тому назад, когда были они опубликованы, что вот эти желчные кислоты, включая урсодезоксихолевую кислоту, они, в принципе, являются сигнальными молекулами, понимаете, у которых, у этих молекул, выявляются эндокринные функции. То есть системные эндокринные функции могут быть. То есть они могут активировать протеинки назные пути, они могут быть, значит, лиганды, что это такое? Это специфическими, значит, продуцентами для вот рецептора TGR5, связываться с ними и регулировать энерго, энтерогепатическую циркуляцию, гомеостаз глюкозы, например, энергетическую субстанцию, выработку и так далее. Таким образом, что это получается? что урсодизоксихолиевая кислота может регулировать метаболические процессы. Действительно, он таким образом, если предположим, экзогенно урсодизоксихолиевую кислоту дать, потому что недостаточно, предположим, синтезируется он в организме на фоне вот таких процессов, которые я вам описал. Так все, все, тогда это что получается, что мы даем агонист, агонист рецептора урсодезоксихолевой кислоты, а его рецептор TGR5. И тогда вы обратите внимание, как что происходит: воспаление в печени снижается, триглицериды снижаются, расход энергии повышается. Вы представляете? Вы представляете? То есть он проявляет абсолютно антагонистические свойства к фарнезоидному рецептору, например, X, понимаете? В этом плане очень важно, чтобы мы эту роль урсодезоксихолевой кислоты усвоили для себя. Механизмы его гепатопротекции, можно сказать, вот укладываются в четыре основных действия. Это цитопротективное действие. Цитопротективное, то есть протекция протекция, например, апоптоза, бета -кле... апоптоза и бета-клеток в том числе, апоптоза гепатоцитов, например, и так далее. Посмотрите, он вытесняет гидрофобные токсичные желчные кислоты, которые разрушают эти клеточные мембраны. Помните, я вам сказал, вот такие, значит, губительные влияния на эти мембраны. И это цитопротекция, это сохранение клетки. Далее, холеретическое действие его – он усиливает синтез и активное выделение из гепатоцита желчных кислот. Представляете? Вот вам, пожалуйста, куда В желчный пузырь? Имуномодулирующее действие. Он тормозит экспрессию на мембранах АШЛА. Помните. В сахарный диабет первый тип мы говорим, это ашела система играет роль, значит, здесь иммун, это э, аутоиммунное заболевание. Вы представляете, у дезоксихолевая кислота имеет иммуномодулирующее действие, понимаете? Он ингибирует выброс провоспалительных цитокинов. А что при первом типе? Эти провоспалительные цитокины, действительно на мембранах ашела системы и так далее, они создают такие антитела, соответственно, которые потом просто вызывают деструкцию бета-клеток. Антиапоптотическое действие у них. Они тормозят выход цитохрома С из митохондрии. Понимаете? Они тормозят запуск каскада вот этих каспаз, которые должны привести, значит, к ускоренному апоптозу. Каким образом? Посмотрите, урсодезоксихолевая кислота встраивается, вот, например, внизу, вот здесь посмотрите, вот где Б. Вы видите, да? Вот вам представлено, как он встраивается в мембрану гепатоцита и стабилизирует эту мембрану, понимаете? И таким образом, при синдромах цитолиза, холестаза и так далее, этот механизм предотвращает дальнейшее апоптос дальнейшую гибель и препятствует эндо токсимии, которые наблюдаются у этих пациентов. Дальше я вам хочу сказать, что его эффекты при нас весьма хорошо описаны тоже нашими отечественными учеными. Урсодезоксихолевая кислота уменьшает выраженность театоза, снижает эффекты липотоксичности. А вернемся к диабету. Мы все время говорим, что вот что приводит к гибели бета-клеток? апоптозу бета-клеток, глюкозотоксичность и липотоксичность. Вот и все. Никто не может даже сказать, что в большей степени. Я думаю, липотоксичность в большей степени. Понимаете, урсодезоксихолевая кислота угнетает риск Фиброза угнетает этот процесс. У него хорошие метаболические эффекты, способствующие нормализации липидного спектра, снижению инсулинорезистентности. И у него еще и антиатеросклеротический эффект. Посмотрите, на э, примере сонных артерий измеряли толщину интимомедия до дачи ульса, у, 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 препарата, например... Э, и э, урсодезоксихолевой кислоты, и потом через определенное время, там 12 недель, 52 недели, год, и смотрят толщину интимомедия, и сравнивают со стандартной терапией пациенты, которые не получали. Удивительная вещь. Уменьшается толщина комплекса медиа, а это значит, что антиатросклеротический эффект. Возникает вопрос, когда назначать, да? Вот. Ну вот, смотрите, если высокая степень и низкая степень, например, воспаления, некроза, скажем, да, для того, чтобы поддержать вот гепатотропный препарат давать. Вот вы видите здесь. Высокая, низкая степень наблюдения при отсутствии, например, метаболического синдрома, при сопутствующей бильярной патологии урсодезоксихолиевую кислоту назначаете, да, как агонист рецептора их и так далее. Вот. Это профилактика фиброза при наличии метаболического синдрома, например. А если имеется высокая степень, например, воспаления и некроза, но ну, надо назначать терапию, и как длительно, а кто его знает, может быть не только один и три месяца. Я, например, часто говорю, что это может быть и лучше всего длительно принимать длительно, потому что нам не только достижение э, нормализации печеночных ферментов, этих трансаминаз, гамма-ГТП и так далее, но и профилактика фиброза. Понимаете? А для этого нужно более длительное время применения. Нам надо ждать регресса фиброза. А это значит до года лечения и более. В этом отношении очень хорошие результаты дает применение урсофалька. Понимаете? Вот неалкогольная жировая болезнь печени без цитолиза и без фиброза. Простой стеатоз, нет фиброза. Вот только что я вам сказал, пожалуйста, наблюдайте, вес снижайте, например, и так далее. Сопутствующие имеется, например, там бильярный, там сладкий и так далее. Вот, на этапе снижения веса Пожалуйста, вы можете, значит, назначать и короткие курсы давать. Простой стеатоз на фоне метаболического синдрома, нет фиброза и так далее. Пожалуйста, гипохолестеринемическое действие препарата, лечение опять сладже, профилактика, понимаете? Если имеется уже цитолиз или фиброз, наск, наск без фиброза, наск с любым фиброзом и тому подобное, коллеги, контролируйте этот цитолиз. Для профилактики фиброза более длительно лечение вы назначаете в этом отношении, также когда есть уже и фиброз, например, особенно третья, четвертая стадия. Особенности применения при неалкогольном стеатогепатите, как в монотерапии, так и, например, с другими комбинациями, пожалуйста, и с витаминами. Это действительно доказанное цитопротективное действие снижения печеночных ферментов. Это антифибротический эффект, я только что вам показал и так далее. Особенно, кстати, на больших дозах вы видите, э -э учитывая позитивные влияния на углеводный метаболизм, кстати, уникальные данные из последние годы, из года в год, даже последние месяцы, вдруг появляются данные вот такой на углеводный обмен при сахарном диабете. Тогда он может безопасно назначаться не то, что, э -э как говорится, э -э с, с тем, чтобы обдумать и так далее. Это в обязательном порядке для лечения нас при сахарном диабете, диабете второго типа, при лечении инсулинорезистентности, например. Да? Далее, оказывается, он, снижает, он влияет и на липидный спектр положительно. Поэтому безопасно можно назначать при дислипидемии. У него высокая безопасность и хорошая переносимость, понимаете? Это универсальный метаболический препарат для коррекции нарушений печени, желчных путей у больных с сахарным диабетом второго типа. И я уже вам показал, поэтому я не буду сейчас детализировать снова, потому что это повторение, но хочу вам сказать, что высокая безопасность его уже подтверждается тем, что даже рекомендован для беременных. Представляете? Даже для беременных он. И согласно рекомендациям, посмотрите, при холестатических заболеваниях, в том числе, например, вот при беременности, разрешается применение во втором, третьем триместрах и тому подобное. И это четко доказано. Далее вот посмотрите совершенно последние новые данные метаанализа. Вы видите, да, вот усадезоксихолевой кислоты, как он достоверно снижает уровень глюкозы. Вы посмотрите, на 0,18 ммол литр, например, да, это в среднем снижение глюкозы. Гликированный гемоглобин по всем мировым Данным любой препарат, сахароснижающий, который Популяции диабетиков снижает гликированный гемоглобин на 0,3%, снижает да, на 0,3%. Это общеизвестный международный критерий, который говорит о том, что это эффективный препарат. Вы посмотрите применение урса дезоксихолевой кислоты по данным метаанализа, показала снижение гликированного гемоглобина в среднем на 0,41%. Понимаете? А когда, например, чувствительность к инсулину повышается, то, естественно, нет смысла организму супрафизиологические концентрации инсулина продуцировать. Зачем? И смотрите, снижается инсулин на э, урсодезоксихолевой кислоты в среднем на 1,5 мг на децилитр. Вы знаете, коллеги, если вот эти данные экстраполировать на научную мысль в области онкологии, мы должны сказать, что урсодезоксихолевая кислота снижает и частоту рака онкологии злокачественной. Почему? Потому что у, при метаболическом синдроме, при инсулинорезистентности организм нечувствительность к инсулину компенсирует повышенной продукцией инсулина. А инсулин – мощнейший анаболик. Он будет способствовать пролиферации любого полипа. Какого-нибудь, например, в желудке или там в кишечнике, и колоректальный рак, почему такая частота его при ожирении, при диабете второго типа? А вот смотрите, снижение инсулина. То есть уж Сафаль, коллеги, еще раз повторяет, что безопасно применять у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Вот обратите внимание, еще одни данные, которые в заголовке, смотрите, было опубликовано, да, эти результаты. Урсодезоксихолевая кислота, да, потенцирует дипептил ингиби, потенцирует ингибирование дипептил пептидазы четвертого типа. Представляете, да? э, э, улучшает эффекты ситоглиптина, который сам является как ингибитором вот этого фермента DPP-4, ситоглиптин. А ведь это что, к чему может привести? К повышению собственного глюкогон подобного пептида-1 у этих пациентов с диабетом второго типа, которые снижены. Это пилотное исследование. Но вы посмотрите, сюда э, включали пациентов с диабетом второго типа, с гликированным гемоглобином нецелевым, 7% и более, и хронической болезнью печени. Неалкогольная жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени и так далее. Смотрите, группа пациентов сначала получала урсодезоксихолевую кислоту в дозе 900 мг в течение 12 недель. Потом дополнительно включили в терапию ситоглиптин, вам известную Янувию, в дозе 50 мг на 12 недель. Это была первая группа. Урсодезоксихолевой кислоты, да? вначале включили э, у ДХК. Другая группа, наоборот, сначала получала не урсодезоксихолевую кислоту, а ситоглиптин в дозе 50 мг 12 недель, с последующим включением к нему урсодезоксихолевой кислоты в дозе 900 мг на 12 недель. И теперь смотрите: до лечения, через 12 недель. И, разумеется, через 24 недели, потому что когда уже добавление было, проводили тест с жидкой пищей с высоким содержанием жира и измеряли уровень инкретина, глюкогом подобного пептида-1. Понимаете? А дальше смотрите, что произошло. Там, где начали как монотерапию урсодезоксихолевой кислотой, гликированный гемоглобин снизился с 7%, помните, там было 7 и более, да? 7 плюс-минус 0,3%, да? До 6,4. Это монотерапия урсодезоксихолевой кислотой. А после добавления ситоглиптина, смотрите, с 6,4% снизился до 6%. Мечта всех эндокринологов мира, правильно? А теперь смотрите группа с монотерапией ситоглиптина. Смотрите, был 7,4 исходно гликированный средний, снизился до 7,1, не ниже, коллеги, при урсодезоксихолиевой кислоте до 6,4 снизился, до 7,1. Но когда включили урсодезоксихолиевую кислоту через 12 недель к ситоглиптину, Смотрите, с семи одного гликированность снизился меньше семи, до 6,6%. Мечта эндокринологов. И там вот на картинке все это было. Таким образом, комбинация урсодезоксихолевой кислоты и януви вызывает более выраженное снижение гликированного гемоглобина, чем монотерапия, например, у ДХК или ситоглиптина. И те цифры, которые я только что вам показал, здесь показаны. То есть исходно, через 12 недель, через 24 недели группа урсодезоксихолевой кислоты, а затем ситоглиптина. И вы видите, значит, различия, какие были и тому подобное. Таким образом, применение урсодезоксихолевой кислоты в монотерапии и уже приводила к статистически достоверному снижению уровня гликированного гемоглобина на 0,6%. Вот в этом исследовании, коллеги, это очень серьезная цифра. Не мне подсказывать вам, эндокринологам, которые все это понимаете, что получается, за счет чего? За счет улучшение чувствительности к инсулину. А когда добавили курсы дезоксихолевой кислоте, еще и ситоглиптин, ингибитор ДПП-4, регулирующий в первую очередь постпрондиальную гликемию и натощаковую за счет влияния на альфа-клетки поджелудочной железы, то более выраженное снижение в этом плане мы видели. Правильно? Таким образом, сегодня появляется Новая точка зрения что оказывается, урсодезоксихолевая кислота обладает косвенным эффектом стимуляции секреции глюкогон подобного пептида-1. Я познакомился с этой работой. Я вам должен сказать, что создается впечатление, что урсодезоксихолевая кислота повышает чувствительность рецепторов глюкогон подобного пептида-1 к своему эндогенному ГПП-1. Представляете? И тогда что получается? ГПП-1 стимулирует секрецию инсулина, которая при втором типе ранняя фаза практически исчезла. И вы посмотрите, ранняя секреция ГПП-1 в ответ на тестовую вот эту пищу показала и раннюю секрецию, естественно, инсулина. Поэтому добавление ситоглиптина, который угнетает фермент, расщепляющий ГПП-1, дипептидилпептидазу-4, конечно, дальнейшее повышение секреции ГПП-1 будет наблюдаться, коллеги, что и, в общем-то, на этих графиках абсолютно э, изображается. Поэтому выводы по этому исследованию можно, вот перевод вы видите справа, э, значит, э, слева на английском, справа, значит, перевод с этого оригинала, применение желчных кислот, в данном случае урсодезоксихолевая кислота, кислота рассматривается как новое перспективное направление в лечении диабета второго типа Однако агонисты фарнезоидного рецептора я уже вам сказал значит да и tgr5 которые рецепторы непосредственно урсодезоксихолевой кислоты и вообще желчных кислот пока официально не одобрены но ну, исследование нам показывает, полученные данные показывают, что дополнительное применение урса кислоты приводит к более значимому снижению уровня гликированного гемоглобина, увеличивает секрецию ГПП-1 в раннюю фазу, в ответ на эту тестовую, вот эту жидкую пищу с высоким содержанием жиров, которые проводили. А ведь почему? Потому что жиры жесть и вызывают инсулинорезистентность. Вот вы представляете, как урса кислота Yeah. <laughs> ну как вам сказать, преодолела независимо на эту жирную пищу, которая должна была усугубить э, так называемую инсулинорезистентность. Преодолела это. И наоборот, вызвала секрецию инсулина и так далее. Вот, вот в чем дело. Ус Урсодезоксихолевая кислота в монотерапии, в комбинации с ингибиторами DPP-4. Это новая, я даже скажу, не только терапевтическая опция в лечении диабета, а это новая таргет как говорится, терапия, то есть целевая терапия сахарного диабета второго типа. Клиническая значимость диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени, их взаимосвязь чрезвычайно важна, потому что все исследования демонстрируют о высоком риске развития сахарного диабета второго типа, когда имеется неалкогольная жировая болезнь печени. Вы знаете, получается, что неалкогольная жировая болезнь печени может действительно часто предшествовать развитию диабета второго типа, потому что именно формирует вот эту инсулинорезистентность. А с другой стороны, есть и случаи, когда мы видим, что сахарный диабет второго типа, развившийся ранее в дебют, а потом формирует развитие неалкогольной жировой болезни печени. Понимаете? Сам диабет второго типа действительно ухудшает течение неалкоголя. Может формировать на наш, а может и в том в то же время ухудшить его течение и удвоить риск прогрессирования заболевания наш до цирроза, до гепатоцеллюлярной карциномы. Вот в этом плане. А сам по себе наш, естественно, декомпенсация диабета, вот это, которое, как правило, длительно наблюдается, и мы начинаем дозы сахароснижающих препаратов, хотя можно было бы повлиять на печень и улучшить без повышения этой дозы. Патогенез диабета при наш может быть опосредован другими, например, цитокинами, вырабатывающимися непосредственно гепатоцитами, их называем гепатокины, да? они могут нарушить метаболическую... Вот, например, сегодня мы знаем, что гепатокин фетуин-Б, он вызывает нарушение толерантности к глюкозе. Он повышен при диабете второго типа. Он повышен при фиброзе, например, печени. 11 звеньев патогенеза диабета второго типа. Вы знаете, да, его называют зловещий ундецим. Ундецим um – это 11, и вот еще и зловещих кстати, впервые, Дель Прата, Стефано Дель Прата, выдающийся диабетолог современности, вот это он тогда описал э, зловещий э, октет, 8, а сейчас уже ундецим. Um и мы здесь видим, обратите внимание, вот, например, в торжественной рамке, вот вы видите печень, вы видите? Гепатическая продукция глюкозы, инсулинорезистентность, пожалуйста. Вы обратите внимание, толстая кишка и микробиота. Вы поняли? То есть и желудок, желудочно-кишечный тракт мы видим, и печень, к которой тоже относится. Да, они нарушены поломки, которые приводят к развитию сахарного диабета. И печень одна из самых важных буферных систем, который поддерживает уровень глюкозы в норме в крови, сглаживает вариабельность гликемии. И я вам в начале лекции сказал, что печень это орган, который участвует и поддерживает гомеостаз глюкозы. Понимаете? посмотрите даже в три раза он в норме снижает колебания концентрации глюкозы в крови потому что вы сами понимаете что здоровый человек иногда пол торта садится и на свадьбе или на э, э, эти но у него же не происходит гипергликемия понимаете вот в чем дело здоровый человек может голодать но у него же не возникает гипогликемия это печень поддерживает соответственно в этом отношении эти показатели и толстая кишка Посмотрите, толстая кишка, где что находится, микробиота живет там. И вы поворотите, как органы эндокринной системы. Именно здесь, смотрите, инкретины, это кишечные гормоны, это подобный пептид-1 и гип, глюкозозависимый инсулинотропный пептид и так далее. Вы посмотрите, их высвобождение зависит не только от пищевых факторов. Обратите внимание, неврогенные, гормональные факторы – и так далее. Понимаете? Вслед за приемом пищи, когда уже всасывание и так далее, нутриентов, это тут же, соответственно, увеличивает концентрации инкретинов, которые вырабатываются буквально на 10-15 минуте, где клетками кишечника, и в частности L-клетками, например, вы видите толстого кишечника, ГПП-1, а вот К-клетки, например, это ГИП вырабатывают, правильно, в в этом плане. Роль инкретина в углеводном обмене мне нечего, как говорится, аудитории сейчас рассказывать. Вы прекрасно понимаете, что они стимулируют глюкозозависимый выброс инсулина, усиливают пролиферацию, репликацию, выживаемость бета-клеток в этом отношении, поэтому это чрезвычайно важно. Но здесь говорится о том, что на эти клетки Л и К прямое воздействие микрофлоры – вы представляете, оказывается, это они регулируют. Часто мы думали, надо же, какие паразиты они. Они, паразиты, прижились к человеку, паразитируют, развиваются, до двух килограммов достигают, себе спокойно живут. Я хочу развеять этот миф. Вы понимаете, когда уже стала возможность секвенировать геном, когда надо изучать количество этих генов, были шокированы все. Оказывается, в десятки раз геном микробиоты богаче и больше, чем человека. Оказывается, это человек приживало к ним. Они первичны. Оказывается, они могут нашими действиями командовать, нашим мышлением командовать. Боже мой! Иногда вы знаете, это лирическое отступление делаю. Я уже приближаюсь, как говорится, ближе к концу последний блок, коллеги. Но э, надо, конечно, как-то развеять вас немножко, чтобы легче вам стало воспринимать. Мне кажется, вот, например, можно микробиоту определять и решить, этот человек может быть Преступником или нет, они руководят. Они и гнев, и удовольствие, и страхи, и всевозможный голод. Понимаете, и какие действия наталкивают нас? Вот вам, пожалуйста, микрофлора именно через образуемые ею метаболиты, а вы помните бутират, не забывайте масляную кислоту. Вот через кого он преимущественно регулирует многими, как говорится, процессами, в том числе и естественно модулированием секреции инкретинов. А когда нарушается микрофлора кишечника, да, действительно, вместо меня был бы невропатолог, он бы про нервную систему сказал был бы, был гастроэнтеролог про гастроэнтерологический, я эндокринолог про диабет говорю, например, про ожирение говорю, что они действительно тогда ассоциированы будут, вот это нарушение микрофлоры и тому подобное. Это очень интересно. Мы сегодня говорим о дисбалансе микрофлоры, понимаете? И этот дисбаланс микрофлоры, его отражением является инсулинорезистентность, понимаете? Ожирение, естественно, в этом плане. Поэтому микрофлору кишечника и этот дисбаланс мы можем рассматривать как ключевое звено патогенезе сахарного диабета, и они в этом ундециме демонстрируют. Я вам говорил о фермикутах и бактероидах. Вы видите, фермикуты, этот фил, 60-80%, правильно? А вы посмотрите, вот напротив уже название бактерий, которые входят в этот фил, например, да? Вот бактероиды 20-30%, понимаете? А вот мизерные проценты, это актинобактерии и протеобактерии, которые входят сюда то есть преимущество но э, я вам скажу что именно бактероиды понимаете которые способны продуцировать масляную кислоту бутират а как формируется эта микрофлора Обратите внимание, сегодня есть изучение, я вам скажу, недавно мне статья попалась, где изучали разницу микрофлоры и риски заболеваний у детей, родившихся естественными родовыми, в естественных родовых путях или кесаревым сечением, потому что, проходя через естественные родовые пути матери, уже наглотался этот ребенок даже до рождения Зеленую флору. А когда его вытащили путем кесарево сечения, этого не произошло. И оказывается, у тех, кто естественными путями меньше риска, по крайней мере, развития сахарного диабета, это доказано. И ожирение. А те, которые через вот кесарево сечение, увы, ожирение и диабет, например, и, и так далее, и другое. Второй аспект – это грудное вскармливание. Вы посмотрите, ребенок присосался к соску молочной железы матери а ведь ареал соска уже содержит определенные кожные бактерии и он тоже это получает в этом плане понимаете и первые семь месяцев кормления формирует вот эту микробиоту понимаете а материнское ожирение во время беременности действительно предполагается что дисбиоз у матери раз у нее ожирение дисбиоз имеется то это будет предрасполагать ребенка к к ожирению, потому что получил ребенок тоже вот этот дисбиоз в этом плане. А сколько антибиотики применяют. Антибиотик же в кишечнике и желудочно-кишечном тракте не выделяет, что я фермикуты уничтожу, бактероиды сохраню. Ничего подобного, понимаете? Поэтому взаимосвязь изменений микрофлоры, кишечника и развития диабета, ожирения, оно четко дано. Вы видите, генетические, например, предрасположенность, никто не отрицает, что есть эти гены. Но я всегда говорю, генетика – это внутренний фактор. Генетическая предрасположенность – это не фатальная неизбежность. Необходимо еще и внешнее воздействие – стрессы, питание, травмы и так далее. Понимаете? Поэтому вы видите, да, вот генетика в самом низу, и посмотрите, нутришинал – это что? Нутриенты, пищевые продукты. И вот вы видите дисбиоз, кишечные микробиоты, а вот, пожалуйста, барьеры, которые кишечные. Видите, я вам говорил, да, муцина слой уже меньше в этом плане, между энтероцитами, клетками, щели какие-то микроскопические, для этого достаточно, чтобы микробы, вирусы проникли. Вот метаболическая эндотоксимия, о которой, вот вам, пожалуйста, уже инсулинорезистентность, воспаление, диабет второго типа. Все очень четко, коллеги, демонстрируется. Состав микробиома в норме. Вы обратите внимание на Например, да? вот вы здесь видите э, ну, э, соотношение фермикуты, бактероиды и тому подобное. И вот когда это соотношение высокое, фермикутов больше и так далее, вот обратите внимание черного цвета, что вы видите? И вы видите, что именно фермикуты привели к такому ожирению. А вот белого цвета бактероиды, вы видите, как они препятствовали этому ожирению?» Уважаемые коллеги, это уже еще, посмотрите, лет э, сколько, 15 тому назад доказано, в 2006 году, поэтому различия состава микробиома в норме и при ожирении хорошо изучены. Они, посмотрите, фермикуты повышены, вот они, фермикуты, эшкерихия колик, ластридиум, например, и все это ассоциируется с ожирением. А вот бактероиды снижены, вот видите, превотелла, бактероиды, актинобактерии, они снижены. И вот вам, пожалуйста, как э, возникает ожирение. Бутират продуцирующий я вам уже показывал. Напоминаю еще раз: это: сделайте скриншот или сфотографируйте и запомните. Вот это изменение кишечной микрофлоры неблагоприятный прогноз с развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. А физиологические эффекты масляной кислоты, который способен поддерживать гомеостаз толстой кишки. И вы видите, защитный барьер и проницаемость слизистой оболочки восп... снижает окислительный стресс и колоректальный канцерогенез. Не зря я вам сказала о высокой частоте колоректального рака. Посмотрите, энергетически субстратом он является, бутерат, для колоноцита в этих клеток толстого кишечника. Воспалительные процессы снижаются. Он является субстратом для синтеза липидов, мембран колоноцитов. Он создает уровень насыщения в этом плане. Масляная кислота, а вот элементы кишечного барьера, муцин, антимикробные пептиды, плотные клеточные контакты. Все это я вам сказал, поэтому могу дальше пропустить. Это все делает масляная кислота в поддержании кишечного защитного барьера. Повышение кишечной проницаемости при диабете четко заметно. Смотрите, нормально нормальный контроль под здоровые люди, вот вы видите муциновый слой, видите салатовый слой, внизу вы видите колоноциты, вот они эти клетки, а вот бактерии над муциновым слоем, они проникнуть не могут. А теперь посмотрите, Дисгликемия, диабет, ожирение видимо, этого человека. Вот муциновый слой. Вы посмотрите, какая агрессия со стороны микробов и как они проникли. Все. Они теперь протащатся и внутрь, между, как говорится, этими колоноцитами и тому подобное. Повышенная проницаемость. И, пожалуйста, липополисахариды проникли, эндотоксимию сформировали, соответственно, который демонстрирует здесь уже, вот посмотрите, вот здесь что произошло? Вот посмотрите, как они все прощель. И вот они проникли, соответственно. И, естественно, вызвали вот те нарушения со стороны иммунной системы, процессы воспаления, например, и так далее да, в этом отношении. А бутират, он восстановит. Он, вы посмотрите, усилит выработку слизи, восстановит содержание трансглютаминазы и тем самым усиливает процессы восстановления, возрождения колоноцитов, репарации колоноцитов. Он ускорит клеточную миграцию и созревание колоноцитов, понимаете? Он будет стимулировать синтез антимикробных белков. Это дефенсины, это кателицидин. Он активирует белки плотных колоноцитов, усиливает связь между ними. Понимаете? Вот пожалуйста, все это, вы это увидите. И поэтому роль дефицита, я вам этот слайд показывал, еще раз скриншот, чрезвычайно важно, чтобы мы предотвратили проникновение вот этих липополисахаридов, вот вы видите, через барьер, таким образом, правильно, этот барьер. Поэтому масляная кислота действительно средство, которое может снизить инсулинорезистентность, вы видите, в 2007 году, это Жуанги, Жуангли, значит, доказал в этом плане, где он показал в эксперименте пятинедельном на мышах с ожирением, естественно, и детализировал все эти механизмы. Чувство насыщения, канани, тоже в 2011 году, механизм, каким путем чувство сытости, а мы с вами знаем, ГПП-1 в головном мозге имеет рецепторы, повышает таким образом, он, он что делает, он подавляет, значит, чувство голода и стимулирует чувство сытости. Масляная кислота таким образом через него делает. А вы знаете, часто еще про инулин рассказывают, да? Вот этот инулин, природный, как говорится, можно сказать, пищевое волокно, о котором я сказал, что сегодня вот эти пищевые волокна мало используют на столе, а это растворимое природное пищевое волокно, понимаете? Смесь олига и полисахаридов с небольшим количеством фруктозных остатков. И посмотрите, в результате метаболизма микрофлорой вот этих пищевых волокон, я вам сказал, что образуется эндогенная масляная кислота. Он, можно сказать, что из себя представляет пребиотик. Он стимулирует рост полезной микрофлоры. Понимаете? Бутират, продуцирующий микрофлоры, инулин. Его метаболические эффекты изучены. Он снижает PH кишечника. Он повышает растворительность кальция улучшает всасывание кальция. А мы же, посмотрите, иногда говорят, кальция я принимаю и так далее. И остеопороз. При диабете второго типа, посмотрите, как деформированный скелет, конечности и так далее в этом плане. Вот. Я вам скажу, что 15 грамм инулина за 9 дней <coughs> повышает баланс кальция на 11%. процентов. Представляете? без влияния на его экскрецию и так далее. Инулин снижает три глицериды в крови, и модулирует инсулин, индуцированную э, значит, модуляцию синтеза этих три глицеридов. Поэтому эффективность сразу возникает, да, что если комбинировать бутират и инулин, у пациентов с диабетом масляная кислота даем, плюс инулин, который из себя представляют вот эти растворимые, как говорится, да, волокна, и которые уже эндогенно усиливать будут продукцию еще и бутирата. Вы посмотрите, какие увеличения произойдет, понимаете, и снижение показателей системного воспаления и оксидативного стресса. И вот эффективность комбинации бутирата и инулина у пациентов с диабетом второго типа хорошо изучены, уважаемые коллеги, в этом плане. Изучены в отношении глюкозы, естественно, изучены в отношении чувствительности к инсулину и препарат закофальк первый пероральный препарат масляной кислоты и инулина. Вы прекрасно все знали про усодезоксихолевую кислоту и его препарат. Между прочим, то, что я вот вам рассказываю, все эти данные основываются на препаратах оригинальных. Понимаете, когда команды показывают иногда вот дженерики, они просто берут эти данные э, оригинального препарата и говорят, вот, а мы копия. Но копия ли дженерик стопроцентная, никто не может сказать, коллеги. Никак они никак не могут быть копиями. И вы знаете оригинальный препарат урсодезоксихолевой кислоты, урсофальк. И вот оригинальный пероральный препарат масляной кислоты и инулина, закофальк. Посмотрите, комплексной терапии метаболического синдрома они действительно восполняют дефицит масляной кислоты и плюс восстановление баланса кишечной микрофлоры. Закофальк по таблетке 3-4 раза в день, 2 месяца как минимум. Принимать до еды не разжевываю, уважаемые коллеги. И вы посмотрите динамику содержания глюкозы в крови натощак и постпрондиальную глюкозу. Вот обратите внимание. И что вы видите синего цвета это исходные показатели, натаща гликемия крови 6,8, 6,6 это хорошие показатели, да. А вот постпрондиальность, смотрите, 8,9 и до 7,9. Это практически как у здоровых людей постпрандиальная. А ее регуляция как раз хуже всего обстоит дело. А гликированный гемоглобин, благодаря вот этим показателям снижения натощак и постпрандиальной, как себя повел? И вы посмотрите, 7,39 снизился до 7,26. Но за какое время эти данные? За короткое время, 12 недель на 12-12 недель эти данные. Поэтому в комплексной терапии Закафальт сахарного диабета второго типа и ожирения себя показал по физиологическим эффектам восстановления проницаемости кишечной, значит, то есть улучшает снижение местного и системного воспаления. Это регуляция выработки глюкогонподобного подобного пептида 1 и 2, как инкретинов. Стимуляция собственной бутерат, продуцирующей микрофлоры, например, окермания иммуници это улучшение гликемического контроля снижение инсулинорезистентности аппетита в этом отношении да ну не меньше чем два месяца коллеги надо принимать а лучше даже дольше переносимость вы посмотрите прекрасная это перепрофилирование микробиоты с образованием лактата на бутират это антидиарейное -ди -ди действие кстати особенно когда метформин пациент получает и у них часто бывают эти явления да, диареи вот пожалуйста как он восстанавливает отказаться не надо от метформина, учитывая его пользу а просто назначить тогда его понимаете нормализация стула купирование метеоризма, улучшение гликемического все что нужно комбинации с медформином как раз вы посмотрите вам дает и так далее вот такие результаты уважаемые коллеги я в мои отведенные полтора часа как вы видите, минута в минуту я уложился. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо за ваше внимание, за долготерпение. Глубоко уважаемые коллеги, я посмотрел в чате вопросов нет, видимо потому, что либо я слишком детально вам все, как говорится, представил, либо вы устали от полтора часа, как вот так вникая в материал. Вам большое спасибо. Я желаю вам удачи, желаю успехов в достижении целевых показателей гликемии, индекса массы тела, липидного спектра у ваших пациентов, естественно, ваших близких, потому что ну, мы тоже часть общества, правильно, и у нас у всех есть близкие родственники, которые нуждаются действительно в восстановлении тех нарушений, которые мы имеем. Я вам показываю, вы видите, да, уже даже памятники ставят Homo, как говорится, Макдональдсом, правильно? Это Монако, это Монако, и там действительно я столкнулся, и сам это я фотографировал. Спасибо вам за ваше внимание. Надо стараться, чтобы быть не такими, а такими, какими Микеланджело изображал людей.